Сталинград, он же город Славянск. Место, где народное ополчение защищает молодую республику от многотысячной украинской армии. Полковник Стрелков, главнокомандующий народного сопротивления ДНР, ночной кошмар олигархов Ахметова и Коломойского. Казак Бабай, потомственный казак, одним своим внешним видом заставляет бойцов Национальной гвардии дезертировать. Стойкий Губарев, народный губернатор Донбасса, прозвище «Стойкий» получил после ареста спецслужбами Турчинова. Неизвестный ополченец, собирательный образ борцов за свободу Донбасса, олицетворение бесстрашия и силы без агрессии. Стальные русские, вступай в наши ряды!